Затем, как стартовала главная лыжная гонка года, наблюдала и наш позитивный корреспондент Надежда Маско. Она выяснила, что привело саратовцев в базарный Карабулак, дух спортивного состязания или желание весело провести время. Что получилось у Нади, смотрим прямо сейчас. Здесь столько позитивных, веселых людей, здесь очень много болельщиков, много лыжников. Ну правильно, все-таки мы находимся на лыжне России в базарном Карабулаке. У нас прям классное ощущение, позитив огромный. Вы такая классная коза. Да. А у вас есть фотоаппарат? Пожалуйста. Селфи с бабьей. И со мной. А где ваши лыжи? Не доеду я на лыжах никуда. Если только кубарем с горы. А почему у вас нет лыж, коза? Сломали. Мои лыжи – это хвост. А что у вас вместо палок? Огонь. А куда вы едете? Ну, газели. Вы лыжник, что ли, получается? Ну, вообще-то нет. Вообще-то я кикбоксер. Как настроечка у вас? Очень хорошая. Как пробежались? Очень великолепно. Хотите выглядеть в 67 на 57? Приезжайте на лыжню России. Да? Я вам больше скажу. Я в этом году на Эльбрус ходил. Ой, может, и мы когда-нибудь на Эльбрус попадем. А я вот не понимаю, как, например, вот кто-то может быть первым, если их, допустим, очень-очень много, кто-то последний стоит, там 30-й, как вот 30-й придет первый, если вот первый стартует первым? По времени, конечно. Это что же, каждого человека засекают по времени? Да. А лыжи у вас как? Хорошо едут? Да. Да. Только если их смазать, тогда хорошо. Как называется новая смазка, смазка для лыж? Громко. Скользилин. Вы лыжи смазываете незамерзайкой? Да, 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 да. Мне кажется, я однозначно заняла первое место. Да, это так и есть, с конца, да. У нас была цель приехать последними, и мы ее достигли. Можно танцевать, будете танцевать с нами? Буду. Праздник в самом разгаре, и я тоже буду сегодня зажигать до упада. А с вами была Надежда Маско, специально для РЕН-ТВ Саратов. Пока, Карабулак!